Злоумышленники попытались заблокировать двери своего автомобиля, но такие фокусы не проходят, тут уж, как говорится, сами виноваты. После такого штурма дерзкие парни вмиг становятся шелковыми и осознают серьезность ситуации. В салоне автомашины обнаружены улики, спецодежда и похищенные аккумуляторы. Злоумышленники сдавали их в скупку за 2000 рублей. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативниками уголовного розыска устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.